Известный факт. Его стоимость составляет 5,90, то есть он довольно доступен по цене. Также эффективен, чувствительность более 99% у этих тестов. Ну и он безболезненный, потому что помогает определять, и материалом для исследования является слюна. Это для тех людей подходит, кто боится, возможно, манипуляций, связанных с кровью. Хочу сказать, что активно принимала участие наша молодежь, чтобы потестироваться, чтобы знать свой ВИЧ-статус. И это правильно, это очень правильно. И результаты таковы, что из 65 человек, которые сдали анализ, все отрицательные. Ура! Радости поют, поют о грусти, о вере в жизнь поют колокола. Всех кому.
Берегись. Береги свой.